Мы создались в 2011 году. Совершенно непонятно, как это произошло. Очень много было материала накоплено, и не было музыкантов. Кто-то написал много песен и музыки, и некому было это играть. Кто-то это он. И он искал самышленников. Вот. Соидейников. Соидейников, да. Сосиски. Сначала появился барабанщик Дэнни. Мы очень с ним сдружились, и сыгрались, и спились. И потом все остальные ребята подтянулись. Очень-очень была странная история с каждым, наверное, из членов нашей группы. Но в целом, вот в 2011 году, быстро, в течение, наверное, 2-3 месяцев, все собрались, до сих пор никто не ушел и не хочет. И еще только наоборот перебавляются. Да, прибавляются. Члены и не только члены. А в чем, по-вашему, секрет успеха того, что вы держитесь вместе, никто не уходит? Ну, у нас как по лестнице мы идем, мы не стоим на месте. По чуть-чуть, медленно, по чуть-чуть. Конечно, но... Медленно, но верно мы как бы идем к своей мечте. Когда ваша мечта, если можно спросить? Мы хотим прорваться в Европу. За кордон. Схватить Дэна за кардан. Скажите, пожалуйста, как было придумано название вашей группы? Совершенно просто все. Когда я был маленький, я очень много читал такого замечательного английского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. И, собственно, Эльгор — это один из демонов, взятый из одного из его рассказов. Книжка называется «Некрономикон». Если вы хотите вызвать какую-то мерзкую гадину, послушайте нашу музыку. Потустороннего мира, то можете послушать нашу музыку и прочитать Лавкрафта. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на создание вашей музыки? Чужая музыка в основном. Чья? Знаете, все мы слушаем разную, наверное, музыку, да. Но на каких-то определенных коллективах мы сошлись все-таки. Сейчас нами очень сильно движут скандинавские молодцы, такие как Hardcore Superstar, Santa Cruz, Reckless Love, Crash Diet. Поэтому вот, наверное, сейчас мы любим такую вот музыку. И поэтому слушая ее, вдохновляемся, грустим, веселимся. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы уже участвовали в нашем конкурсе, вы уже его победили, уже ездили в Париж, там выступали. Скажите, пожалуйста, какие ваши впечатления? Ну, это было круто. Это было действительно круто. Касаясь самого выступления, вот конкретно. Да и вообще всей поездки мне очень понравилось. Это было короткий, короткий такой тур, крутой очень. Ну, как бы прямо от начала, как мы только сели. Нет, не маршрутка, маршрутка была херова, было утро и спали в все. В аэропорту, когда мы приняли по чуть-чуть. Да, вот в аэропорту виски. С утра, да. С этого все началось. Мы в Дётике купили немножко вискаря, маленькие такие бутылочки, и все. Это было как сон, сейчас как сон просто. Бах, такие три, там 2.5 дня, 3. Просто вспоминается как один какой-то час, такой мимолетный сон. Бум, сцена. Эйфелева башня, Макдональдс, сцена. Аэропорт. Вот так. Серега спящий. И все клево, да. Какое-то безумие рядом. В аэропорту, короче, какие-то танцы дьявольские, там нас выгнать пытались с аэропорта. Ну, на обратном пути уже. Да. Мы кидали стулья. Там, ну, короче, такой нормальный, хороший, добрый дебош такой устроили. Было весело. А на сцене тоже было супер, публика вообще, французы просто бешеные отморозки. Они нас так зарядили, что мы даже вот стулья выкинули все с аэропорта. Потом на обратном пути. А потом на автопате пригласили еще. Крутые чуваки. А вот Вова. Наш лид-гитар. Такие простые. Лид-гитарист. Присаживайся. Рассказываем про Париж, как мы съездили, какие твои эмоции. Не хотите апельсинчик? Мои эмоции. Очень вкусные фрукты. Апельсинчик не хотите? А, да, он, короче говоря, ну, ест фрукты только. И он там какие-то нашел разные... Бананы он нашел, да, странные бананы, которые за ним прибежал продавец через несколько кварталов, орал ему. И кричал, не ешь, только не ешь, его жарить надо. Нужно обработать, нужно пожарить. А он бежал от него и ел эти бананы, короче, которые нужно жарить, но и только есть. Все нормально. Где ты покупал? В Петербурге? Не, там в Париже. Там какие-то бананы определенные, только которые большие жарят. Большие бананы очень. Ну, собственно говоря, о чем вы здесь? О бананах говорите, что ли? Ну да. Как это получилось? Ладно, давайте тогда спросим про ваши планы, про ваши цели на будущее. Чего вы хотите достичь? В
ближайшем будущем. Серый вот хотел бы залезть на эфлеопаш, раздеться догола и кричать что-нибудь там. По-русски. По-русски, ну, да. Конечно же, мы хотим пробиться. Мы хотим покорить мир своей музыкой. Ну, спасибо вам большое. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаем вам победить второй спасибо. Раз. Спасибо. Аврора! Yeah!